новости. Бакинские СМИ не перестают анонсировать скорое вступление Азербайджана в ОДКБ. Со ссылкой на сайт ОДКБ отмечается, что 16-17 августа в Москве был согласован пакет документов о правовом оформлении статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера ОДКБ. Документ будет представлен на рассмотрение постоянного совета ОДКБ в ноябре. Напомним, что генсеком ОДКБ пока еще остается Юрий Хачатуров, в отношении которого в Армении возбуждено уголовное дело. Хачатуров был арестован и отпущен под залог. Его арест вызвал демарш России. Министр ИТ России Сергей Лавров упрекнул новые власти Армении в невыполнении обещания не преследовать прежние власти.